В Ошской области есть 11 скотных рынков. Самый крупный из них – рынок Учкун в Карасуйском районе. Рынок общей площадью в 6,5 гектар в настоящее время ремонтируется. Часть площади базара забетонирована. Создаются условия для нормальной торговли. Уже 1000 квадрат метр здесь стяжка выпойдут. Сначала была проведена уборка, вывезли мусор, затем залили бетон на 1000 квадратных метрах. Мы проводим работу для того, чтобы соответствовать требованиям. Например, построили сарай, где хозяева могут содержать скот, который не смогли продать за день. Есть изолятор для животных, которые могут оказаться больны. Также на рынке будет в 3 раза увеличено количество камер видеонаблюдения. Постоянные продавцы будут работать с кассовыми аппаратами. Этот скотный рынок обслуживает в общей сложности 3 крупных района. Приезжают покупатели и из соседнего Узбекистана. ККМ аппарат февральный башня заказывал. Мы работаем с контрольно-кассовыми машинами уже 2 недели. Сейчас вся купля-продажа на рынке под контролем. Работаем в рамках закона. А это единственный скотный рынок в Араванском районе с населением более 138 тысяч человек. Из-за несоответствия санитарным нормам было принято решение закрыть рынок и построить новый муниципальный рынок, соответствующий всем требованиям. Санитарная зона Каралган, муниципалдык. Для строительства нового рынка будет выделено 3 гектара земли на территории а-ля Анаровского и Люкмөтү. Это будет новый, функционально удобный как для продавцов, так и для покупателей рынок. Сейчас готовим документы для трансформации земли. Для профилактики распространения различных заболеваний у животных на 21-м километре автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам открыт ветеринарный пункт. В поселке Каратай совместно с сотрудниками правоохранительных органов мы следим за транспортом, перевозящим скот, и проверяем наличие у них необходимых документов, так как есть опасность распространения у животных сибирской язвы, чесотки и других болезней. Мы выявляем невакцинированных животных. В Ошской области зарегистрировано 390 тысяч голов крупного рогатого скота, более 1 миллиона мелкорогатого скота и более 100 тысяч лошадей. Зарина Сайфудинова, Миргуль Букошева, Акджулай Башев, Алатау 24, Ошская область.